Российский научный центр хирургии имени академика Петровского провел 24 ноября юбилейную конференцию Организации противоболевой помощи России, которая была посвящена 40-летию отделения терапии болевых синдромов и 80-летию со дня рождения профессора Виктора Николаевича Цыбуляка. Работы профессора Цыбуляка были посвящены разработке экспериментальных клинико-физиологических, методологических и реаниматологических аспектов рефлексотерапии. В нашей стране он первым применил анестезию с использованием методов акупунктуры при оперативных вмешательствах. Виктор Николаевич разработал новый подход к проблеме комбинированного обезболивания, что в последующем получило всеобщее признание. Под его руководством коллектив врачей во Всесоюзном научном центре хирургии разработал интегративные методы диагностики и лечения, которые основаны, с одной стороны, на принципах классической восточной диагностики и терапии, а с другой – на привлечении современных электронных и компьютерных технологий и принципов лечения официальной медицины. В 2016 году отмечается 40-летие отделения терапии болевых синдромов, которое работает на базе многопрофильного хирургического центра имени академика Петровского, где совместно решаются лечебные, научные и образовательные задачи. На юбилейной конференции обсуждались актуальные темы диагностики и лечения болевых синдромов, проблемы службы лечения боли в здравоохранении Российской Федерации.